треком «Sand of Time». Выйдет бесплатно в группе Marcus Zero сразу после выхода подкаста. Бегите, бегите, забирайте. Недостаточно минерал. 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 Мы все еще продолжаем комфортно двигаться благодаря движению на воздушных подушках. Недостаточно минерал. Недостаточно минерал. Нужно построить больше кого. Вот так истерично давит музыкант с никнеймом Тихрис. Недостаточно минерал. У трека нет названия, это айдишка и нет лейбла. Я так понимаю, техноид живет. Серьезное у многих работ. Буквально каждая из них заставляет задуматься о чем-то. Следующая надвигающаяся композиция абсолютно не исключение. Готовимся все вместе к экзистенциальному анализу. Недостаточно минерал. Нужно построить больше кого. Ух, как валит. Конечно же, это Чейзер и Мальстром. Нужно построить больше кого. Со своей айдишкой, которая должна выйти в предстоящем альбоме на нейропанке. Очень интересно. Нужно построить больше кого. Что творчество Чейзера немножко поменялось с появлением Мальстрома. Крайне занимательно наблюдается развитием. Дерзайте. Дерзайте.
искать пустынные просторы. Недостаточно. Воздушная подушка работает стабильно. Скорость 280 километров в час. Ветер северный. Оу, oh, yeah. Разрушает своим треком проект Акейл. Проводя название, этот айтишка. Недостаточно минерал. Зато известен лейбл Neuropunk Forge. Оу, oh, yeah. Внимание пассажиров, сейчас будет трясти. Проходим песчаную бурю. Уважаемые пассажиры, мы благополучно вырвались из песчаной бури. Но чтобы наблюдать прекрасные пустынные виды дальше, нам требуется отряд очистки окон. Мы уже позвонили нужным специалистам. И прямо сейчас они выдвигаются к нам. Улучшение завершено. Кажется, по радиосвязи техник хочет сделать объявление. Что-то с движками, и нам придется выходить на трассу. Благо в этой пустыне. Уважаемые пассажиры, сейчас поезд будет трансформироваться в движение по асфальту. Пристегните ваши ремни. Переходите.
ход может оказаться рисковатым. Двое артистов.
трек вести и Вонда Майк с треком If You Want. Пока что никуда не подписан. Будем посмотреть. Вы только посмотрите. Всем приготовиться!
получаю сообщение от персонала, все в отличном настроении и состоянии духа. Пассажиры тоже все довольны. Твои войска вступили в бой. Недостаточно генерала. Церемонно сменяет атмосферный фронт. Недостаточно минерала. Музыкант Стиклеймон Массент. Недостаточно минерал. Трек называется Vortex. Скачать его можете на Bandcamp. Мы благополучно вылетаем из грозового фронта. Двигаемся в сторону красивейшего заката. Спонсором заката является Нейробанк Рекордс. Нейробанк Рекордс. Лучшие закаты в вашей жизни. Уже не такова твоя боль. Такова твоя боль. Мои войска убили мой конвой. Стреляя вайбами, словно художник мазками. Данный тюн вышел на его уровень. Так что залетайте, идем, друзья. Вы наблюдаете вполне необычное явление. Оно называется «Северное сияние». Ну что ж, достаем спектрограф и меряем. Будет. Если что, я не радует нашу темную сторону. Два коллектива. Фактония и Дабл Мидли. Эта мощь называется Спектрограф. Вышел на Нейробанк Фордж. Недостаточно минералов. Мои войска вступили в бой. Недостаточно минералов.
и настроение в яме. Ваш покорный слуга, будучи машинистом за рулем, периодически покрывается усилий кожей, чего я вам рекомендую, ребята, не стесняйтесь. Будьте самими собой. Многие слушают нейропанк-подкасты во время тренировок, рутинной работы и прочих вещей, требующих траты времени и внимания. Ну что ж, правильно делаете? Недостаточно минерал. По проводам бежит периметр. Так вышел в составе его EP. На High Resistance. Недостаточно минерал. Да будет наша. Я разуди. Я сгулю. Уже не заслужил. Я жду. Я сгулю. Жизнь мою. Я жду. Недостаточно минерал. Я жду. В какой-то момент наше путешествие будет становиться мягким и приятным. Поэтому мы с гордостью предлагаем вам следующий. Недостаточно минерал.
Очень интересное давление предоставляет SoundPriced с треком Automatic Double. Надо же, мы прошли вполне удачно, всего пару переломанных ребер пассажиров. Делаем успехи, господа. Если говорить немножко официально, сейчас мы двигаемся к второй части подкаста, которая больше будет заполнена типовым саундом. Это ознаменовывает тот момент, когда нужно немножко осадить и расслабиться, позволяя бейслайну проникнуть тебе в самую душу. Дело в том, что нас окружает болото и огромные метановые пузыри. Перед тем, как выйти наружу, раздвигает массивы болота, создавая очень низкие частоты. Ну что ж, уважаемые пассажиры, повибрируем вместе. Достаточно минералов. Тропая достаточно минералов. И вот этот стиль.
что оборота еще не кончилась. И метановые пузыри только уплотняются. Сейчас немножко потрясет. Нам не впервой. Материализовался проект Theoretical с треком Mad Carpenter. Вышел на Onyx Recordings. Часто это встречается в треках Respect. О май гад! Музыкант с никнеймом Машинист. Трек называется «Запад». Никто не знает, кто это, откуда он появился и куда уедет. Машинист, выйди на связь. Вот что значит неизведанные и не описанные на картах, не обсчитанные в цифре зоны перемещения нашего поезда. Ну что ж, надвигается дымка. Я как машинист включаю на поезде противотуманки. Будем прорываться. Уже полюбившийся многим